Она должна приготовляться. Эта церковь, она должна ожидать своего жениха Иисуса Христа, который скоро придет за своей церковью и невестою, чтобы взять ее от земли. И поэтому мы всегда должны быть бодрствующими, стоящими на стороне нашего сердца и ожидающими второго пришествия Иисуса Христа. И для этого нам необходимо молиться, нуждаться в его благодати, чтобы, как написано, не оскудевал елей на голове нашей, и чтобы одежды во всякое время были светлые.